Всем огромный-огромный привет! Поздравляю всех с первым днем весны! Сегодня 1 марта. И смотрите, у нас идет снег. Вот такая вот у нас сейчас красота в лесу. Я сейчас иду на дачу, хочу посмотреть, как там дела. Снег то идет, то становится. Вот. Вообще, хоть и снег, сегодня такая погода пасмурная, но гуляется очень хорошо. И воздух такой свежий-свежий, вкусный. И все равно, как мне кажется, уже пахнет весной. На даче уже, смотрите, вот такие вот почти лужи. Уже снег тает. Я надела свои любимые старые сапоги на дачу. Вот, я всегда в них хожу зимой на дачу. Они такие удобные. Вообще красота. Ой, как приятно скрипит под ногами снег. Красота. Не знаю, будет вам слышно или нет скрип снега. Я сейчас иду на дачу. Тут еще, смотрите, никто не ходил. Иду я первая. Такой сегодня довольно сильный ветер. А я вот так иду на дачу. Вот такое вот сегодня красивое голубое небо. Стою я под своей любимой яблонькой на даче. Снега на даче много. Я вот пробралась к яблоньке, прижалась к ней и стою, отдыхаю. Снега на даче, смотрите, сколько много. Ну что, вот такой вот он, первый день весны. Снег то идет сегодня, то не идет. Солнышко то покажется, то скроется. Такая вот сегодня у нас красота. Сегодня уже первый день весны. 1 марта. Но еще зима не хочет сдаваться. И сегодня идет снег. А вот это, смотрите, жасмин. Ой, как мне нравится жасмин. Он так приятно пахнет. И цветочки у него очень красивые. Я вообще люблю цветы. Цветы я люблю всякие.
И одуванчики, и ромашки, и розы, и гладиолусы. Ну, в общем, цветы люблю всякие разные. Скоро лето, зацветут цветы. Вообще красота. Ну что, наша прогулка продолжается. Мы идем дальше. Солнышко то покажется, то скроется. А, кстати, я уже иду с дачи. Тут такая вот красивая дорога у нас на дачах. Я вам уже говорила как-то в одном из видео, что вот здесь дачи, и дачи окружены лесом. Смотрите, какая красота. Не знаю, будет вам слышно или нет, как скрипит под ногами снег. Ой, смотрите, какие ветки. О, красота какая. Ну, пойдемте гулять дальше. Но мы с вами будем гулять дальше. Я еще с дачи не вышла. Я еще иду по дороге, которая на даче. Такая вот у нас красота. Солнышко спряталось уже. Ой, а воздух какой сегодня вообще. Вкусный-вкусный. Свежий, и, как мне кажется, уже он пахнет воздух весной. А вот смотрите, не знаю, будет видно вам или нет, на сосне шишечки маленькие. Смотрите, а вот здесь уже видно траву. Снег уже вот здесь сошел. Уже вот здесь чувствуется весна. Травка. Пусть старая, прошлогодняя, но травка. И смотрите, видите, уже такая зеленая травка появляется. У нас сегодня снег. С утра шел, сейчас вот немножко остановился, то солнышко покажется, то скроется. Вот такой вот он первый весенний денек. Не знаю, будет вам слышно или нет, уже поют птички. На веточках, смотрите, еще висит калина.